Фулиторг. Фулиторг 5-3, да? Да. Вторая карта Badlands выбор Chess Club. Посмотрим, что они покажут на этой карте. Что-то я роллаутов не вижу. А, еще только что. Вот матч из лайф. Надо дождаться зеленой штучки. Да, прости. Кстати, очень полезные все-таки три рестарта. Вот в кейсе они были, в принципе, бесполезные. Да. Но тут ты как бы... У тебя... Ты за эти три рестарта можешь понять, какой вы сейчас роллаут можете сделать. Потому что иногда он играет значимую роль. Потому что кто-то стоит ближе, кто-то дальше. Я не знаю. Ой, аэршот у тебя гул делает. Зебрайн еще два был аэршот. Какой дабл пропустил. Ну, прости. Я уверен, что Бикей остается один, но его убьют. Бикей мертв. Да, и это вайп. Минус 6. Ну, Фаджайла забрали. Ой, я уже хотел 1-0 ставить. Ну, да, убили обоих медиков. Шомбат уже тут на второй точке. У него есть усы. Есть? Кстати, можешь посмотреть на шапки, кстати, какие юзают. Да, игроки, у него есть усы, но вот этот в геле, по-моему, ходит. Да, он ходит в геле, Шомбат. У Анюшка у Фраджайла, смотри. Там почти Мати у Джастина. Только у одного. Подожди, а у меня только у одного показывает, что Анюшка. Ну да ладно. Ты Вася, вот, только у Фраджайла. Чес Клабы начинают пытаться отбивать шпиль, но тут взяли хэвик. Три хэвик. Три хэвик, причем не на ласть, а чтобы... В атаке на в атаке, да, на вторую. Ну нет, это... Ну да, смотри. Надо было хэвику чекать трапы, у него хп больше, он бы выжил. Возможно, да. Ну смотри, Убер сейчас будет уже у Флютархи. Кибики, ну пока не зайдут в лобби там. Ой, смотри, тут солт на шпиле оказался каким-то образом. Закапает. Визитор не успевает закапать, но надо закапать. Скаут поднимается на шпиль. Бумер это сделает. Да, закапывают. Ну, Убера-то нет. У Ческлапа они пушат и отдавливают команду, которая есть Убер. Они просчитали, видимо, ситуацию Флютархи. Алиби сейчас спокойно блочить. Они взяли хэвика, чтобы пушить на ласт, но шпиль. Шпиль уже был закаплен наполовину, они не могли туда пойти. Поэтому вот не вовремя был все-таки взят хэвик сейчас. Ты тут оригинал у обоих солдов, у Фулиторкт. Старые пацаны. Так, Зебрайн. Нет, не будет никакой аркады, но вот как-то пассивно стоят сейчас Фулиторкет на своей стреле. Вот Джимбо уже пошел на малую респу, сейчас, наверное, будет... Ох, спалился, но да ладно, наверное, он хочет сделать какую-то нереальную аркаду. Хочет, конечно, господи. Но не будет. Какой солт аркада не хочет сделать аркаду? Смотри, забирает Зебрайна, который аркадил. В принципе, он даже дамага до Фраджайла не... Ой, да... Бекихти не нанес какой-то, но этого мало, естественно. Сразу проходит. Да, зажигаются чест-клабы, вот тут из дома уже поджимают. А, приходится отходить, наверное, синим или нет, они не отходят? Нет, наоборот, красным пока стрелять, потому что там Деймос получил дамагу, летел, и он вообще не в драке находился. Вот только сейчас он подбегает, вон сзади, видишь, уже отходит и зажимает у чест-клабов. У них большие проблемы, им надо отходить, наверное, все-таки не получится у них дефать этот шпиль. Тут солт должен умирать, Трай. Или если убегает Трай, но Альфа умирает, Трай убегает. Ух ты, и КБК тут забрали. Ну, что-то он там загулял на трэше. Там и... Трай, да. Остался один Джимбо, Джастин уже закапал шпиль. Джимбо сверху вот падает на всю связку, падает в точку, видит, ой, делает минус 2. Минус 1 только сделал, и вперед вырываются у нас Фулиторкт. Да. Фулиторкт, главное их не перепутать. Ну, стоит напомнить, наверное, что Клоквард, один из лучших скаутов мира, наравне, наверное, с Рувином, думаю, это два лучших скаута сейчас в мире, не поехал за Chess Club, и, конечно же, с ним бы игра была довольно... Ну, другой у Chess Club, и они бы, да, они бы на больше прийти. Давайте Демус тут отжали, если убирает Зебрайн Альфу на стреле, 2 на 2 размен, но очень красный тут Шонбат, его перестреливает Бумер. И еще краснее. Ну, 50 хп, ладно, отхилялся, но вот остаются только два живых. Ох, все. Вайп в ответ. Предыдущий вайп был в пользу Фулиторкит, но вот Chess Club. Что он делал, Три? А он хотел на стрелу попасть или что, не понял? Нет, там скаут. А чё Три там как-то прыгнул, не понял? Джастин взял этого. Да солд-то вообще ни при чем. Там скаут бежал за своим медиком, Кибики им на стрелу. Кибики достал арбалет, чтобы как бы похилять ему 60 хп, но Амар оказался троллем и
подпрыгнул над стрелой. Заставил медика понервничать. Вот на Убере хотят выйти с кармана. Эти чест-клабы выходят, закапывают почти всю точку. Не убивать, вот только сейчас они убивают Тюрелю. Ну это фейл какой-то. Там ой, если точка-то точка красная. Там просто на нее втыкают. Ну это фейл. Чё, ну, блин, фейл? Ненавижу пуши с карманов. Блин, это такой бред. Блин, да, ты не знаю. Ну как не прав? У них был Убер. У них был Убер, и они, блин, не захватили точку. У них был Убер, соперника не был Убера. Тут, блин, это фейл. Там была Тюрель. Чё, блин? Она их спасла. Просто как бы, если бы они сдалека эту турель, так сказать, спамили, я думаю, у них было больше шансов. Ну, не знаю, мне, ну, короче, мне не нравятся эти пуши. Кто сейчас делает три, непонятно. Там Зебрайан не... вышел на бетон, начинает... Ой, тут два солда просто... Да, убили, размяли солда. Альфу убили, Фрэджайл 20 хп. Ух ты, минус... Ох, сколько минус... Один остается всего пьюр, респа-то дальняя, и на ласт идут. Ну, тут дилемма. Ему как бы и прыгать надо вперед, а если он прыгнет, у него мало хп будет. Но вот он решил прыгнуть. Ну, на самом деле, для меня тут безвыходная ситуация. Вариант, в любом случае, убили бы. 1-1 счет сравнивает. Так, господи, блин, да лицензия. Тут лицензия доктора Веба выскочила. Так, сколько там осталось? 23-24 минуты. Осталось 6 минут прошло, 1-1 счет. Напомню, что первый раунд идет до 3 взятых очков. До 3 взятых раундов. И Альфа опять на стреле, довольно глубоко. Сейчас на него опять будут арказы, и два солда прыгают. Фрагил тут один, его убивает в толчке. И проблемы большой у Фулиторг, два живых остаются. У меня дропнул СТФ. У меня все нормально. У меня крышнул СТФ. Да, ну пока у Дикера трашнулся. Крышнул СТФ. Поработаем в лайф режиме. Минус 6 от Chess Club. Все умерли у Фулиторг. Захватывается центр. Сейчас будет шпилька хвататься. Попытались они зажать, через клапу через кого-то в лобби поймать у Фули Торкет. Но сейчас они капают шпиль, сейчас шпиль докапается. У них есть Убер, через клап нет Убера у Фули Торкет. Уже в лобби зашли, сейчас будут пушить. Турель опять в том же месте стоит у Фули Торкет. Забирает Зебрайана где-то в лобби, опять из кармана пуш, опять на этот раз забирает турель очень быстро. Трапается точка, умирает медик. Сол тоже умирает, и еще 2-1 через клап. Через клап берут раунд. Работаем пока в радиорежиме, пока Дикер заходит в ТФ. Я уже в ТФ, игре. В серве уже даже. Да, красава. Я поставил счет 2-1. Васян, долби. 2-1 через клап выигрывают. Да-да-да. И два быстрых раунда через клап, точнее один быстрый. В туалете тут два скота встречаются. И минус Амар делает Джастин, еще минус Джимба ловит, Альфа разменивает. И трое опять живут в Литорке, им надо отходить. Но КБК очень красный. Да, заркадили, оба медика умирают. 2 на 2, но красный, смотри, Солт и Демос. Тут Демос сверху. Сигул. Как он дернул-то при этом. И ну, экстрим, оба красные. Ну тут скаут еще есть. Джон Бат пришел на помощь. Греческий Сигул убежал на кирке. Эти команды живут в Америке, так что... Да, так что если ты найдешь даже... Ну, пабликов там нет, 100% этих команд. Но у тебя там пинг будет 150 минимум. Да ну, мне не крашу СТФ уже где-то полгода. Ну, тут да, размен был, смотри, центр за Free Torquet, но Uber будет одинаковый примерно. Сейчас посмотрим, как что кто придумает. Что кто придумает, кто рискнет попробовать завоевать преимущество и получится ли у них это сделать. Все-таки более выгодное преимущество, когда ты держишь центр, все-таки у тебя респа тут поближе к центру, и ты можешь как-то солдом рискнуть, так сказать, попробовать отвлечь связку и выпрыгнуть солдом. Но в любом случае на таком уровне это очень сложно зажечь медика. Посмотрим, что будет делать команда. Может попробуем не сунуть в доме, например. Вот зажигается. Да, чтобы забрать солда, зажигать гораздо позже зажигаются. 60-50 хп оставился. Перед тем, как зажечься, ну. Как бы, да, это нормально, но зная, что он уже дропнул два раза на такой ошибке. Сзади солд, минус медик. Минус медик. Вот три живых. Тут Джимба 10 хп бегает. Побежал он в дом, но там солд украл у него аптечку. Ох,
хорошо. Ужасно от часов Вильторг это доиграли. Зажглись гораздо раньше, чем склад в доме, забрали там солда, ну зажглись, чтобы забрать солда. Вышли на связку, фраджайл зажегся, но никого не забрали. Хватил убер, чтобы уйти с клабом, и в итоге ни из тех не успели ни на стрелу нормально выйти, ни в доме убить. И поэтому минус 6, или не минус 6 там было. Там пьер просто резнулся, там башлайк резнулся. Да, минус 6. Есть убер. Смотри, теряет демомена. Ну, демомен, да, сейчас альфа респанется, убер... Смотри, будут ли они пушить без альфы, учитывая то, что у них убер есть. Смотри, лобби верхняя держит. Фриторкет, Шонбат. Ох, минус пьер. Все, это пуш. Это 100%. Да, вот Джимбо уже пошел в точку. Ну смотри, тут только вдвоем. Опа. Ну да, этого хватило. Просто все на точку прыгнули и захватили его быстро очень. Пласт очень быстро капается. Естественно, 3-1. Не успели, да, ничего сделать. 3-1. Первая половина закончилась. 3-1 в пользу Фулиторк. Я забыл, кто первую карту выиграл. Фулиторки, да. Выиграли первую карту. А, это первая половина прошла. Сейчас будет вторая половина. Команды поменяются местами и будут играть до 5 раундов своей. Ну, за себя, как бы. В сути сказать. До общих 5 раундов. Учитывая, естественно, и первый раунд. Учитывая счет 3-1. Значит, Ческлабам надо выиграть всего лишь 2 раунда, а Фулиторкет надо выиграть все 4. И если сейчас Ческлабы сделают это и выиграют 2 раунда, то нас ждет третья карта. Какая неизвестна еще. Ой, я что-то подумал, Фулиторкет выигрывает, лол. Ага. Ческлабы, я тоже не особо сразу это понял. Да, меняются слишком часто сторонами, поэтому немного непривычно и немного мы путаемся в показаниях. Автомобиль, отлично. Я оценил шутку. Жустифрук. Автомобиль. Действительно смешно, молодец. Правда, так, вышел смешно. Кто-то вышел из Ческлабов, медик Фраджайл, ливнул. Рейчквит. Вообще странно Рейчквит, учитывая, что они выигрывают. Хотя я знаю одного человека, который рейджит даже когда выигрывает его команда. Кстати, он следующий матч, наверное, скорее всего, будут сами комментировать. А, я думал про кого-то. Навели туману на... Не смена тим, а... Нет, шутка про автомобиль. Шутка про автомобиль была смешная, которая мне понравилась. Вот. Там штутка. Штука, а не шутка, он пишет. А, штука. И нет, ну в смысле то, что они сторонами меняются после каждого раунда, и поэтому путаешься, после кто там каждого. За кого, кто выигрывает, да. После трех выигранных раундов они меняют стороны. Ты чё? Чё вообще? А я что сказал? После каждого раунда. Ну, вроде имеется в виду первый раунд, и имеется в виду второй раунд. Это половина. Ну, окей, половина. Прости, пожалуйста. Сам, вообще. У меня, кстати, на стрелке пинг 150. Это неплохо. Неплохо. Я, кстати, играл пару лобби американских. Хайлендер, правда. Можно написать. Давай я тоже ради напишу. А, не хватит. Хелп. Вот на хелп у меня выскакивает хрень. Какая хрень? Да, штучка какая-то. Точка хелп напиши. Не хочу. Не буду. Не хочу, не буду. Кстати, там достаточно мало толстых задротов ТФ. Там есть индус. Кореец. Кореец, потом еще какой-то азиат. И нигер. Нигер, да, есть. Афроамериканец. Прошу прощения. Он тоже. Он, кстати, в афро. А, ну он постригся, блин. А, вот там есть Амар. Там даже Амар какой-нибудь из Ирана, наверное, судя по... Наверное. Нику. И... Ну вот Трай и КБК это... Ой, Трай и Альфа канадцы. Да, вот, а, и канадцы. Так что нету там толстых. А кто-то вышел? Тут они там. Может, бани принять за, но он волосатый. У бани просто длинная шевелюра такая. Бани не играл ни во что, кроме... Может, он подстригся? Ну, да, там была инфа, что он подстригся, но мне не верится.
Вот, так Банни не играл, короче, ни во что, кроме Team Fortress, и недавно показали доту, и больше в нее не заходил. Да, кстати, напомню, что для Зебрайна и... Для Зебрайна Шон Бада это первый лан, если для них. Поэтому они, наверное, немного волнуются. No, no, we bad singers, so it's not for us. Sorry. We don't know Russian. Yeah, we don't know Russian songs. Speaking in Estonian. Estonian songs? Okay. Estonian love. О, какие задержки-то, а? Так, ладно, включим пока эту штучку, посмотрим еще раз составы. А, сори, ready. Second half starting. Так, вторая половина. 3-1 выигрывал Chess Club. Сейчас будет еще парочку рестартов, матч лайв. 3-1, и большие шансы у нас увидеть третью карту. Впервые на этом турнире. Близкая такая игра, да, если первые две игры довольно в одни ворота прошли. Трискаут прошел снизу, его, наверное, не видели. Нет инфы, а вот все, видели, нашли инфу Шонбада. Шонбад это был, и нереальная мочелова идет, кто кого забирает. Пока никто не умер, что удивительно. 4 хп у Бюмера, пока, ну, даже все живут, вот наконец-то Трай умирает. Все красные, пятеро красных просто фулиторг отжимаются они немного. Ну, пусть забирают КБК в это время. Фраджайл тоже красный, 73 хп, 3 на 3. Продолжается борьба, двое остаются через клабов. Надо забрать вот этого скаута, вдвоем они могут. Да, забрали, но тут солт еще пришел, но тут хп-то 20 всего и забрали. Да, перекал, ну там Шумбат неплохо так поработал. Кстати, Трай уже подбегает, Сэм будет аркадить. Не будет аркадить. А я медик его спугнул. Был бы это визиторн бы заркадил, пытался бы зажечь медика. А нет, посмотри, заркадит и зажгет, да, отлично все. Супер. Ну вряд ли он еще уйдет. Свалит. Красавец, просто красава, Трай. Зажег, свалил. Все супер. И преимущество сейчас будет дабл для своей команды. Но, конечно, небольшой. Все равно выходят фулиторки. Ты могут тут потерпеть. Отличная игра солдов. Но нет, они умирают. Мне не помог ему пумп Йор, мне кажется. Да, показалось мне, сейчас клаб. Ой, фулиторк сейчас потерпят, так сказать, но все отлично сыграли, не побоялись, не начали отходить, встретили связку и дали отпор и убили, соответственно. Взял Ламар Пироса, он сначала до Хэвика, но потом передумал. Взял чистильщик, огнетопор. Ну, то же самое играет без ракетницы. Как и Шон Бат в прошлый раз на Снейквотере. О, заходит с кармана фулиторки, зажигает убер, убивает. Я не так любят с кармана кушать. Там короче. Ой, отлично, Хэвик отыгрывает, минус Пьюр, а скаута сзади, минус скаут. И выходит Пьюр на Пьюр аркада, но вряд ли тут что-то светит. 3-2, до сих пор в пользу Chess Club. Там очень хороший мидл, точнее не мидл, а вот выход на стрелу был очень такой переломный в этом раунде, когда после... Я понял, да, выбора, когда да, там на них аркадили, и да. Они не струсили, так сказать, и встретили, и дали отпор Chess Club. Ой, тут что-то непонятное. Визитор, хотя нормально, у него хп много. Аркадит на Демоса и убивает Демоса. Отличный пик от Визитора, минус Демос. Минус Сигул в это время. И красный, кстати, четверо красных, КБК тоже красный. Их хоть и больше, но смотри, они боятся тут немножко. И вот пока вот медик стоит, ждет аптеки, умирают игроки. Дождался аптеки. Все-таки КБК, где там Амар бегает? Амар в доме у себя бегает, ждет аптечку. Ну, аптечка появилась, друг. Друг, кстати, аптечку-то не взял. Отнимает хил сейчас у Демоса. Такой нужный хил у Демоса отнимает сейчас Амар. Ну, надо, чтобы он реализовал этот хил, чтобы он кого-нибудь там встретил. Но в итоге они отдают центр, и, ну, не знаю, по-моему, не очень хорошо Амар поступил. Он поволновался немножко парень, он стоял, сначала ждал аптечку секунд 5, отбежал от нее, посмотрел на нее, что она появилась, и побежал дальше на центр. Вот. Странно это было. Волнение, наверное, есть какое-то. Большие деньги, слушай. 1200 баксов на кону.
Я бы сказал, это при случае поражения. А кто победит, уже гарантированно получит 1680. Избирает визитора, смотри, сжигаются. И ответный убер, ну сейчас тут уйдут, не дадут уйти кибикей. Кстати, смотри, на малую идет. Точку они, конечно, отдадут. Это там сейчас разменчик был такой. Пьюр затрапивал лобби и выкинул тем самым в себя альфу. И тут на ласе 3-3. Смотри. Вернулись в игру, какой-то камбэк, 3-1 был счет, по-моему, все. Очень долгий перерывчик был, наверное, это сказал все-таки на ческлабе, потому что, ну, бывает, да, вот у тебя есть волна, по которой ты идешь, вот они выиграли 3-1 первую половину. Может, за красный легче играть просто тут? Вот. Как вариант. Короче, все время теперь выбирайте красных, когда играете на бедности. Да. Ох, два солдата, это хорошо тут получает визитор. Приземляется, еще делает минус скаут, отлично. И уйдет еще, в спине будет там отвлекать. Размен-то один в один. Вот, ну, красные кубики, красные забирают. Да. Что-то, по-моему, посыпались немного. Ческлаб. Ну да, перерыв все-таки был не в тему. Я чуть опять не поставил еще один. Но это не топовые команды, ну, я бы сказал, что они слабовато играют, ребят, это как бы, это топ-4 команды Америки, то есть еще в регулярном сезоне они обошли еще 4 команды, там, по-моему, 8 было команд, изначально 9, но одна дропнулась. Так, самая именитая, ну, на данный момент, которая играет российская, это LMS Last Man Standing. Вот, пока нас... Ну, да. Ну лол это на них уже нету. И да. Конечно же, авторшок, когда. Ну смотри, пушат тем временем на ласт фули торг. Забирают тут пушку, но сыры отбились. Нет, ну с КБК и трое всего двое остается у Chess Club, и очень большие проблемы у них. Скал тут прыгает, но он с минус медик, но нет, я думаю, нет. 4-3 в пользу фулиторг, это 3-1, они вырываются уже вперед, 4-3, и остается им один раунд. Ну, ребят, Ксены, Лол, это уже несуществующие команды на данный это момент. Было давно и неправда. Да, так что пока это LMS, так что даже говорить нечем. ETF2L.org, Европейская лига, там можешь посмотреть, кто где как играет в Европе. Опа, сын на медик Аркада, забирает Кубикей. Ну, Фраджайл тоже умер. Тут остается один трай, остается, что он делает. Он аркадит на Демоса, его с двух сторон Гэнгбэнкс убивает тут еще. Да, забрал с собой в могилу Шонбада. Шонбад, как известно, приколист. Любит всякие приколюхи на стриме у себя делать. Вот что-то вроде он тех глазиков всяким пацанам разрисовал. Я помню, он как-то какого-то азиата надфотошопил у себя на стриме, и это было что-то. Ну так, как называли команду стримеров, вот, FullyTorqued, Pure, ZBrain, Шонбат, еще у них в самом начале сезона был Лэнш, но он ушел из команды, точнее, ну, сказать, его кикнули, да, он стал больше времени уделять стримам, чем игре. Вот было 4, так сказать, стримера, довольно популярных в Америке, и многие смотрели как раз за FullyTorqued. Сейчас они выигрывают 4-3, им остался один раунд, чтобы выиграть этот матч. И вот опять Аркада на кибике, минус кибике делает Сигул. Правда, забирает двоих, смотри. Ну и можно на Фраджайла тоже аркадить, если на шпиле тут Демос. Демос тоже может забирать. Скаут, правда, сзади тоже дефает. Вообще-то нереально какие-то скауты перестреливаются. И что такое? Умирают двое. Красиво это как. Пьюр остается на центре, 37 хп. Там. А, все, я понял, это реклама просто высветилась. Все, нашел пьюр своих, выходят они обратно на центр, и, естественно, они будут дефать, а может дальше пойдут, убер-то у них полный, а где был Фраджайл все это время? Где-то вот, жил. Нашли Демоса. Как это они? Я думал, он сейчас умрет, но тут каким-то образом он выживает. На СХП зажигается, и минус 2-то в это время, минус 2-х потеряли флиторг, сейчас разбегутся, ну вот, либо их теряют. Мало того, что там Демос выжил, альфа, так еще и минус 2 как бы сделали они. Минус 4 в итоге, еще убером разменяли, но
Они из ничего сделали вообще миллион. Ну, кровопийца, я бы не сказал, что это. Нет, тут кровопийца, дело в том, что там мало хп регенится. И оно регенится тогда, когда ты попадаешь, да, по-моему, с да. кровопийца. Поэтому, ну тут, понимаешь, тут просто такой уровень, что тебе просто не дадут попасть, так сказать. Тебя не будет, просто тебя убьют. Вот и все. Так что кровопийца здесь не юзается в 6x6. Арбалет юзается, арбалет, да, полезная штука. Хилить можно. Сейчас многие, все-таки большинство медиков играют как раз с арбалетом, а не с шприцметом. Либо с передозом. Ну там Сигул не знал, куда себя деть на центре. До сих пор не знает, что ему делать. Медами разменялись. Да, ну то может быть не так часто смотрит американскую лигу, потому что здесь анлоков гораздо больше, чем в Европе. И много разных разнообразных стратегий благодаря этим анлокам можно придумать. Но пока мы видим, команды пока на этом лане не юзают каких-то таких анлоков, да, которых там нет на Европе. Ну, кроме за Пайра. Инженер. Ну, там, да, Пайра и инженер там острозуб разок юзнул, который побыстрее строит. Убер, смотри, равный примерно, да? Тут время еще, я думаю, довольно-таки много. 4-3 выигрывают в Литорг. Опа, аркада, аркада на меда. Но нет, ничего не получится. Еще же вызовет, что ли, лол. И упрыгал, и причем упрыгал-то у него еще 150 хп было. Вообще прикол. Да, быстроправ тоже можно пользоваться. Так, квикфикс здесь разрешен. В некоторых ситуациях он полезный тут. Да, но на неожиданности тоже можно сыграть. Правда, я бы, конечно, хотел посмотреть, как медик будет прыгать с алдом на каком-нибудь таком уровне. Вагинатор. Вакцинатор, дружище. Вагинатор — это немного из другой темы. Это другой стрим. Да. Кстати, уже можно говорить такие слова. Уже довольно поздно. А на YouTube кто будет смотреть? А, ну... Ну, поставим 18+. А, точняк, все, вы выпендрились. Фаст респаун. Нет, какой фаст респаун? Нет. Фаст респауна нет. Тут респаун идет по секундам. В зависимости от точки. Да. Ну, пока команды тут да, стоят, они не пушат, потому что, естественно, атаковать сложнее. Вот его забирают Зебрайна тут в доме, в домике. Пушить сложнее. Поэтому тебе придется в любом случае раньше зажигаться, и поэтому команда пытается какое-то преимущество себе добыть. Оранж нет, Оранж, конечно, не играется на таком уровне, на профессиональном. Это для пабликов. Ну вот, минуса тут были у обеих команд, и обе команды не решились пушить, не прожглись, ни те. И довольно понимают обе команды, что довольно много сейчас на кону, нельзя ошибаться, особенно сейчас с клабом. Если они ошибутся, им осталось прыгать всего лишь один раунд, и тогда все, они вылетают с турнира. А у классов тоже нет, просто, ну, мы сейчас можем тут это долго наблюдать. Хотя нет, недолго, еще 4 минуты. Или 40. Ой, да они уж 5 минут что ли стоят? Наверное, походу. Удают. В смысле, пайпл спам, что это имеешь в виду? Пики лаунчер? Или что такое? Что такое пайпл спам? Да уже вон визитов пишет, типа, надоело стоять. Ну а что, тут вот решается, по-моему. Зебрайн забайтил. Да. Ну, байк банками. Да, спамил. Криты брали не в этой игре. Криты брали, кстати, в предыдущих играх. Кто-то. Да, это агрессивный американский ТФ, о котором я писал в топике. Ну. Сейчас просто очень много на кону, поэтому такое вот состояние для команды. Никто не хочет ехать домой так рано, только приехав, поиграв чуть-чуть. Хотят что-то показать. В принципе, да, еще же вырваться в финал можно. Ну, шансов мало все-таки, учитывая, как они сыграют свои матчи против фаворитов, да? Против Highroller Gaming и... Опа, опять аркада Зебрайна. Ух ты, минус медик, он делает дроп. Точнее, делать минус медик пьюр. Достоялись через клабы. Вот она аркада. Их наказали за то, что они так ничего не принимали. Пробовали что-то все-таки сделать. Сейчас фрэджайл дропнет. Ах,
Нет, фриджайл не дропает, зажигается все-таки. И надо отходить этим троим, надо отходить на ласт, дефать ласт. Они зажгли, пожгли фриджайла. Вот КБК респанулся, убер у них будет примерно одинаковый, правда пока не копится, но у ласт они будут дефать. Хоть они и проигрывают, им надо будет дефать ласт и что-то предпринимать все-таки с их стороны, да, и мы с клабом. И у них довольно, да, у них довольно сложная ситуация. Сейчас посмотрим, кстати, лайф посмотрим. Статистику, да? Сколько там минут? 30 минут уже идет? Не понял. А, ну вести, наверное, с первой половины тут считается. Ну ладно. Че, по дамагу? Ну пока Сиагул опять опережает всех. 7000 дамага у него, причем намного опережает. Ближайший этот Трайс противной команды, да, 5800. Пьюр пока расстраивает, 4700 всего дамага, очень мало для демоса, очень мало. У Альфы 5400 на втором месте. Пока Пьюр мало очень, да, пока слабым звеном выглядит Пьюр. В роли демомена за свою команду не наносит достаточно дамага. Вот был бы у них, тупо демомен, я думаю, они бы... Минус Пьюр тем временем. Куда-то он пошел, наверное, пытался где-то внутри затрапить. Смотри, идут в лобби синяя команда. Зажигаются примерно одновременно обе. Кого-то забирают? Можно и второго тут забрать. Можно. Ой, кибики убьют. Да. И Брайан себя убил. А их трое всего живы. Ох ты, как отлично трое отыгрывает. Еще слабо можно зацепить. Ох ты, остался Сиагул Just HP, но тут и помогает ему Пьюр. Да, Пьюр его подкрывает. И на власть остаются. Ну отлично, сейчас застреливался Трай, и благодаря стрейфу своим забрал медика. Если бы он не забрал... Смотри, снайпер. Джастин взял снайпера. И забрал медика. Видите, да? Тут спай очень редко берут. Сейчас только если Амар. Вором, кстати, но в тот раз он да, кстати, у спая тут есть и Звон Смерти, и Амбассадор. Ну, пока, как мы видим, вот в Америке не очень котируется. Вот Джастин берет, вот сейчас попробует заткнуться. Просто если ты будешь брать снайпера часто, в Америке тебя за это накажут. Они знают, как это контрить, поэтому если ты будешь брать часто снайпера, то тебя законтрит. Если ты будешь вот так вот брать, да, вот как Джастин, например. Если бы он тебя снизу сейчас выцепил, в принципе, я думаю, его бы не ожидали, так как он вообще не брал снайпера за эту. Ну, вот минус медик он делает, вот и через вот, очко вот снайпер. И сейчас большие проблемы просто у Chess Club. Они вчетвером, а на Uber сейчас будут выходить. Флюторки, ты им надо один раунд взять, я напомню. Сол, точка очень горячая, но тут один Пьюр, страп снимается. И да 5-3 ладно. Выигрывают Флюторк. 3-1.